Она уже представительного класса такая выглядит. Да, у вас это получается где-то 15-я, это номер 15, а это уже 233-й. Ну да. Рестайлинг полностью. Ну, я к северу пришел после Пираньи, я уже говорил. Поэтому первый север, он был намного... Грузоперевозки у него намного больше были. У нас компания большая, на рыбалку всегда мы ходим. Поэтому решили север приобрести. Когда приобрели один север, то получилось, что этого мало. Приобрели еще один север. Ходили на двух. Ну, так как вроде мечты бывают, что все соберемся с толпой, куда-то пойдем вместе. Но получается, что эксплуатировался один. И вот мы два севера продали и купили вот теперь уже улучшенный север. Он уже у нас полностью с кабиной, комфорт лучший, что у него, грузоподъемность выше намного, новый двигатель, те были двигатели контрактные, здесь получается уже другой немного винт, лодка сама по себе, она совершенствуется, как любая техника, я думаю, что данная модель, она будет жить. Радовать людей, рыбаков. Крепится, да, теперь? А? Крепится? Нет, просто открывается, ложится. Фиксируется. Там, ну, я имею в виду, фиксируется сейчас, да? Да-да-да. Об борта не ударяется. Мы рыбаки, поэтому основное применение у нас для рыбалки. Выезд куда-то на речку, где реки у нас каменистые, горные. Ни на какой технике больше не пройдешь по реке, кроме как вот аэролодки. До каких-то определенных моментов можно на водомете, но и водомет, он камешки цепляет. Бьется решетками и потом проблемы. Такой техники, что совершенной, чтобы она была во всем, не бывает. По воде, по мелководью лодка вот эти вопросы все решает. Универсальной техники все равно не достичь. Хоть вертолет, у него есть свои проблемы, хоть аэролодка, у нее есть свои проблемы, потому что из воды зимой тоже вот по буреломам уже не поедешь, нужен снегоход. Поэтому для каждой стихии, для каждого, наверное, увлечения нужна своя техника. Другие ощущения, да, чем на предыдущих? Вообще не устают. Но...
Техника очень хорошая. По сравнению с предыдущей моделью, ну, вообще в разы. Это уже Мерседес какой-то. Я думаю, что и ходовые качества уже, рулевые моменты стало намного легче. Там приходилось ловить, а здесь даже из лишнего чуть-чуть болтнешь, и уже все, она прям слушается. Ну и чувствуется, что она из воды вышла побольше. Прямо это, подушка у нее отличная стала. Дай бог, чтобы ходила хорошо, не подводила. Ну а первые впечатления обалденные. Это лодка четвертая. Первая была, это у меня Пиранья четвертая. Потом мы брали тоже два севера 650-х. Тоже никаких нареканий по 650-му не было. Но там был двигатель контрактный. Здесь уже двигатель идет новый. Уже никаких сюрпризов, я надеюсь, что не будет вылазить. Поэтому надежность увеличивается, я думаю, что этой лодки в разы. У нас река Томь очень мелкая, и все водометы, все двигатели на винту очень опасны. Здесь уже опасность низа разбить нету. Здесь только нужна теперь внимательность, чтобы не зацепить кусты, коряги. У меня на Пиранье было, что я винтом срубал дерево и пробивал себе это. Здесь уже, вот я смотрю, здесь броня сбоку сделана такая, что уже, если даже об берег шоркнешься или паркуешься, уже смелее будешь парковаться. Очень хорошо закрыт винт, посмотрел я, что теперь уже сам корпус защиты винта очень надежная. Первая поездка это будет в верховье Томи, речка Терсь, буквально на следующей неделе на рыбалку. Затем планируем, скорее всего, по Енисею, в сторону Бахты туда. Это уже попозже, в августе, наверное. Ну и, естественно, по Томи, в верховье Томи будем ходить. Хорош. Короче, сейчас.